Вот. Что касается торнадо, то думаю, вряд ли. Скорее всего, судя уже по сегодняшней ситуации, скорее всего, нам действительно передадут F-16. Это, кстати, самый распространенный самолет, он в самом массовом производстве по количеству выпущенных машин и имеющихся на вооружении. Так что для, если будет определено, как сказал Джейк Салливан вчера в Белом доме, что в ближайшее время США и союзники определятся, кто сколько каких машин нам даст. Ну, имеется в виду F-16, кто сколько даст. То будет, скорее всего, точно так же, как с танками. С миру по нитке, голому рубашка. Поэтому вот эти 50-60 машин или 40-50 машин, которые мы ожидаем, видимо, соберут с разных стран, и мы получим вот такой мы получим свой комплект за счет, кто-то один не будет нести такую большую нагрузку. Поэтому, да, и F-16, конечно же, так же, как и, я понимаю, сейчас сразу скептики скажут, вам дадут старье, металлолом, нифига. Господа хорошие, нам дадут самые последние модификации. Почему? Потому что никто на Западе, и тем более Соединенные Штаты, не хотят облажаться в плане поставок некачественного вооружения, чтобы оно привело к поражению нашей армии, и это будет в первую очередь поражение американского оружия. Поэтому дадут, может быть, не самую, но самую ходовую и самую хорошую модификацию. Вот как с Патриотом. Все говорили, это там вам дадут, дали самую современную, ПАК-3, противоракетном варианте. Так что здесь насчет авионики все будет хорошо. Вот. Может быть, даже, посмотрим, как Израиль себя поведет, может быть, даже будут F-16 с израильской авионикой. Она считается одна из самых неплохих в мире. Вот. И есть F-16, которые прошли модернизацию именно с установкой авионики производства Израиля. Ну, посмотрим.